В столице республики обсуждается предложение горожан пустить часть маршрутных автобусов, которые сейчас курсируют по центральным улицам Карла Маркса и проспекту Ленина, на Президентский бульвар и улицу Энгельса. Отдел транспортного обеспечения администрации города разработал предложение по изменению схемы отдельных маршрутов и организации их движения. Однако прежде чем изменения будут приняты, чебоксарцам предлагается принять участие в опросе на сайте и ответить на вопросы.